Возможность откупиться от заключения появилась у казахстанцев 6 лет назад. Жестом гуманности решили сократить количество занятых мест в колониях и пополнить бюджет. Одним из первых, кто начал бить рекорды по выплатам за свою свободу в 2015 году, стал бывший глава антимонопольного ведомства Мурат Оспанов, которого обязали внести в кассу 1 миллиард 101 миллион тенге. Коррупционеров, заплативших за свободу миллиарды, конечно, можно посчитать по пальцам. Причем у одних наказание заканчивается после возмещения ущерба, как в деле с Василием Нелистериком Ахметовым, а другим приходится оплачивать еще и штраф. Интересный факт. За взятку в 120 тысяч тенге главному бухгалтеру средней школы в Семее назначили 10 миллионов тенге. Это в 70 раз больше полученных денег и еще и с конфискацией имущества. А зампреду КазИнжиниринг за миллиард взятки штраф всего-то в двукратном размере без конфискации.